Итак, я нарезала вот так по 5 сантиметров, по 6 сантиметров вот такие вот полоски, складываем их пополам, и вот так вот я их пришиваю, привязываю вот так вот по кругу. Вот так сначала вдоль губы, вот так, и потом перехожу сюда к уху. Вот так один ряд я их сделала. Второй ряд я добавила вот тут еще немножечко на бороде, чтобы она не просвечивала слишком. Потом, когда привязали вот так по кругу их эти все ниточки, подрезаем их вот так вот вдоль вот этой вот части, чтобы не выглядывал подбородок, подрезаем эту бороду. Усы закрепляем отсюда сюда, в эту сторону тоже вот так вот, вдоль губы, из-под носа направляем. И теперь точно так же делаем с волосами. У него тут такой чубчик торчит. Мы начнем вот тут вот с него закрепим вот так сюда несколько волосин. Направление тоже берем вот это, где узелок у нас, туда волосы в другую сторону смотрят. Узелок сверху придавливает сюда. Поэтому бороду мы тоже вот так крепили. Усы отсюда сюда крепим и сюда тоже вот так вот крепим. В обе стороны. Теперь вот так вот крепим ему чубчик его. Зацепляемся вот тут на меже между цветами. Вот так вот. Светлым и черным. И закрепляем сюда ему челку. Вот так вот по всей длине сюда, вот так и сзади тоже делаем вот такую полоску. Итак, я вот закрепила теперь еще ему волосы вдоль вот этой линии цветной. И здесь ему нужно их немножечко распределить, чтобы они правильно легли. Для этого я возьму вот так вот клей. И вот так по прямой линии, вот вдоль уха, если смотреть, вот так вот по прямой линии, вот вдоль ушка, вот так сюда эти волосы пойдут в эту сторону, а вот эти вот так вот я намажу вот тут клей. Немножко вот так вот сзади треугольничком таким вот за ушком. И уложу эти волосинки вот так вот сюда. За ухом. Вот так выложим их в эту сторону. И подклеим чуть-чуть вот так вот, чтобы они тут вот... Холофайбер попался. Чтобы они легли вот так вот. А эти волосинки вот так вот еще немножечко намажем клеем вот тут. Капельку. И вот так вот уложим сюда вдоль виска. Вот. Остальные произвольно могут вот так вот торчать. Чуть длиннее или чуть короче. Это уже как бы как нам захочется. Укладываем. Здесь вот это то же самое делаем. Вот так вдоль уха. Намажем. Выложим вот эти вот по прямой идущие вверх. И здесь вот так вот тоже закрепим немножечко на виске. Все, сделали вот такую вот ему физиономию. На этом пока здесь закончим. Сделаем ему еще шапочку его матросскую сюда закрепим. И после этого, может быть, еще добавим немножко волосин. Итак, я вот связала туловище, но в одну ниточку вот такую. Вот такую. В одно сложение. Вот оно у меня получилось, это туловище длиной. Вот так, если смотреть по прямой, 15 и вот так вот где-то около, получается, 19,5, около 20 сантиметров. Вот это туловище получилось. Оно маленькое совсем выглядит, и мне не понравилось, поэтому оно... Я хочу связать это туловище в две нитки. Вот фигура, связанная в одну нитку. И вот фигура, связанная в две нитки. Вот такая вот разница. Ну, не знаю, вот туловище одно, вот верхняя часть туловища, такая как та вся фигура. И вот еще практически в два раза больше. Вот, поэтому я говорю, когда вы хотите вязать меньше или больше, чем у меня, решайте толщиной нитки. И размер игрушки будет у вас, соответственно, меньше или больше. Я беру эту же нитку, но в два сложения.
петля амигуруми, и в петлю амигуруми 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули, проложим маркер. Дальше вяжем по 2 столбика из каждой петли предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Провязали. Следующий ряд вяжем 18 столбиков. Один из одной петли, 2 столбика из второй петли. 1, 2, 1 столбик. Из одной петли 2 столбика, из второй петли 1, 2. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, 2 столбика из одной петли. Провязали. Следующий ряд вяжем 2 столбика по одному из каждой петли 1 и 2. И 2 столбика из одной петли 1, 2. Снова 1 и 2. И 2 столбика из одной петли 1, 2. Так вяжем до конца ряда. 1, 2, 1, 2. Провязали. Следующий ряд вяжем. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2, 3. По одному из каждой петли и снова 2 столбика из одной петли 1, 2. И так вяжем до конца ряда, получим 30 столбиков в этом ряду и провяжем 2 ряда по 30 столбиков в каждом ряду. 2 ряда по 30 столбиков я провязала. Теперь дальше вяжем так: 1 столбик и 2 по одному из каждой петли. Теперь 2 столбика из одной петли. Снова 1 столбик и 2, и опять 2 столбика из одной петли, 1, 2. И так вяжем до конца ряда, 1, 2, 1, 2. Провязали ряд до конца, теперь провяжем по одному столбику из каждой петли весь ряд, 40 столбиков. Провязали ряд по одному из каждой петли, теперь вяжем 1 и 2. По одному из каждой петли дальше 2 столбика провяжем вместе. Снова 1 и 2. И опять 2 столбика провяжем вместе. Так вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца, получили 30 столбиков в этом ряду. Дальше теперь провяжем по одному столбику из каждой петли, по 30 столбиков в каждом ряду, провяжем 2 ряда. Итак, я провязала 2 ряда. Теперь из первой петли провяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем 14 столбиков. 2, 3, 4, 13, 14. Провязали. Теперь снова 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 34 столбика в этом ряду. 34 столбика в этом ряду получили. Теперь провяжем 2 ряда по 34 столбика в каждом ряду. По одному из каждой петли вяжем. Я связала 2 ряда по 34 столбика. Теперь вяжем так: 1 столбик из одной петли и 3 столбика из второй петли. 1, 2,
3. Дальше продолжим вязать по одному столбику из каждой петли. 16 столбиков, 3, 4, 14, 15, 16. Провязали. Теперь снова 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. Закончим ряд по одному столбику из каждой петли. Получим 38 столбиков в этом ряду и провяжем 2 ряда по 38 столбиков в каждом ряду. Вяжем. 2 ряда по 38 столбиков провязаны. Теперь дальше опять вяжем 1 и 2 по одному из каждой петли. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. Провяжем из одной петли. Теперь 18 столбиков по одному из каждой петли. Вяжем 3, 4, 5, 17, 18. Провязали. Дальше снова 3 столбика. 1, 2, 3 из одной петли. Продолжим по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 42 столбика в этом ряду и провяжем 2 ряда. По 42 столбика в каждом ряду. Вяжем. Провязали 2 ряда по 42 столбика. Теперь снова вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Дальше 3 столбика из одной петли. 1, 2, 3. И дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 20 столбиков. 3, 4, 19, 20. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3 из одной петли. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Получим 46 столбиков в этом ряду. И провяжем 2 ряда по 46 столбиков в каждом ряду. Вяжем 2 ряда по 46 столбиков я провязала. Теперь вяжем так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков по одному из каждой петли провязали. Теперь 2 столбика из одной петли. 1, 2. Это будет один раз. 2 столбика по одному из каждой петли. Снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Это второй раз. Теперь 2 столбика по одному из каждой петли. Третий раз 2 столбика из одной петли. И опять 2 столбика по одному из каждой петли. Снова 2 столбика из одной петли. Это четвертый раз. Опять 2 столбика по одному из каждой петли. Пятый раз 2 столбика из одной петли. И опять 2 столбика по одному из каждой петли. Снова шестой раз 1, 2 из одной петли. И снова 2 столбика 1 и 2 по одному из каждой петли. Седьмой раз 2 столбика из одной петли. 1, 2. 2 столбика по одному из каждой петли. И восьмой раз 2 столбика из одной петли. 1, 2. Теперь вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Мы получим 54 столбика в этом ряду. И провяжем один ряд 54 столбика по одному из каждой петли. Один ряд 54 столбика я провязала. Теперь вяжем. Два ряда я теперь вяжу. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. Продолжим снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.
И опять провяжем 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. 8 столбиков по одному из каждой петли. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Вяжем. Провязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем 9 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Опять вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 2 столбика из одной петли. 1, 2. Провязали ряд до конца. Получили 66 столбиков в этом ряду. И теперь провяжем 8 рядов по 66 столбиков в каждом ряду. Вяжем по одному из каждой петли. 8 рядов, а потом еще 7 рядов по 66 столбиков в каждом ряду. Потому что 8 недостаточно. Теперь вяжем так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10 столбиков по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика вместе. Это будет раз. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4 столбик по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Это 2. Снова 4 столбика. 1, 2, 3. 4 по одному из каждой петли. И снова 2 столбика вместе. Это будет третий раз. Теперь опять 4. 1, 2, 3, 4. И снова 2 столбика вместе. Это четвертый раз. Дальше снова вяжем 4 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3. 4. И снова 2 столбика вместе. Это будет пятый раз. И опять 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли. И 2 столбика вместе. Это будет шестой раз. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. Провязали ряд до конца, получили 60 столбиков в этом ряду. Теперь провяжем еще один ряд по одному столбику из каждой петли. 60 столбиков. Вяжем. Итак, я провязала ряд 60 столбиков. Вот такая вот у нас деталь, я не показала ее. Вот показываю огромную. Вот такая вот получается. Это туловище, верхняя часть торса. Дальше вяжем теперь первый и второй столбики вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли. 1, 2, 3, 4. Теперь снова 2 столбика вместе. 1 и 2. Это будет второй раз. И снова 1, 2, 3, 4. По одному из каждой петли. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе. Это будет третий раз. Теперь вяжем 20 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3,
4, 5, 17, 18, 19, 20. Провязали. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе. Будет 1, 4 столбика по одному из каждой петли. 2, 3, 4. 2 столбика вместе провяжем, будет 2. Снова 4 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4. Снова 2 столбика провяжем вместе, будет 3. Теперь по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда. 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Следующий ряд снова вяжем 2 столбика вместе. 1 и 2. Дальше 3 столбика. 1, 2, 3. По одному из каждой петли. Снова 2 столбика вместе. Это будет 2 раз. Снова 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3. Снова 2 столбика вместе. Это будет в 3-й раз. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18. Провязали. Дальше 2 столбика провяжем вместе. Будет 1. Теперь 3 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3. 2 столбика вместе. Будет 2. Снова 3 столбика по одному из каждой петли. 2, 3. И 2 столбика провяжем вместе. Будет в 3-й раз. Закончим ряд. 12 столбиков по одному из каждой петли. Провязали. Дальше вяжем снова 2 столбика вместе. 1 и 2. Теперь 2 столбика по одному из каждой петли. 1 и 2. Снова 2 столбика провяжем вместе. Будет 2 раз. Опять 2 столбика по одному из каждой петли. 1 и 2. И 2 столбика вместе. Это будет в 3-й раз. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 16 столбиков. 3, 4, 5, 16, 17, 16. Провязали. Теперь 2 столбика провяжем вместе. 1. 2 столбика по одному из каждой петли. 1 и 2. 2 столбика вместе. Будет 2. 2 столбика по одному из каждой петли. И 2 столбика вместе. 3. 3-й раз. 2 столбика вместе. Провязали. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда. 12 столбиков. Провязали. Следующий ряд снова вяжем 1 и 2 столбики вместе. Дальше 1 столбик из одной петли. Снова 2 столбика вместе 2 раз. И 1 столбик из одной петли. И 2 столбика вместе 3-й раз. Дальше 14 столбиков по одному из каждой петли вяжем. 2, 10,
11, 12, 13, 14 провязали. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе. Раз, один столбик из одной петли. 2 столбика вместе провяжем 2. 1 столбик из одной петли. И 2 столбика вместе провяжем 3 раз. Закончим ряд по одному столбику. Вот такая получается уже закругление. Вот такая вот деталь выглядит вот так уже. Заканчиваем ряд по одному столбику из каждой петли. 12 столбиков. Провязали. Следующий ряд вяжем. Два столбика вместе. Раз. Два столбика вместе. Два. И два столбика вместе. Три. Провязали. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Теперь снова 2 столбика вместе будет 1, 2 столбика вместе будет 2, и 2 столбика вместе будет 3. Закончим ряд по одному столбику из каждой петли 12 столбиков. Провязали. И еще разочек сделаем так. 1, 2, 3 столбика провяжем вместе. Дальше вяжем 12 столбиков по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Теперь снова 1, 2, 3 провяжем вместе. Дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 и 12. Провязали. Теперь вот в эту петлю провяжем вот так полустолбик. Закрепим ниточку. Отрежем одну вот так вот коротко, а вторую подлиннее, чтобы зашить эту дырочку. Сделали. Наполним теперь холофайбером все это туловище на всю длину. Наполняем. Итак, я наполнила холофайбером. Вот такая вот огромная фигура получилась у меня.
уже трудно показывать. Почему не люблю вязать очень большие игрушки? Не влазит. Но вынуждена этого вязать такого большого, потому что он должен быть больше, чем папай. Не думала, что будут еще заказы. Связала папайя побольше. Получилось, теперь уже надо вязать остальные фигуры еще больше. Итак, теперь зашиваем это отверстие. Захватываем петли с одной стороны и петли с другой стороны напротив. Захватываем и зашиваем вот таким вот образом прямо через край. Вот так зашили. Теперь завяжем узелок здесь. Завязали узелок и спрячем его внутрь. Вот такое сделали туловище. Вот такие вот у нас огромные плечи. Можно подтянуть теперь сюда еще немножко холофайбер. Вот так подтянули холофайбер наверх. Вот так, чтобы немножечко оно закруглилось, это плечо. Здесь у нас спина, где проходит маркер, это спинка. Здесь только вот лопатки мы делали небольшое расширение. А вот тут вот на грудь у него расширение идет побольше. Можно подтянуть холофайбер вот так еще сюда. У него такой мощный торс. Широка грудь у моряка. Вот у него она как раз такая. Вот сделали вот такую вот ему грудь. Вот, чтобы он такой был. Вот пресс у него тут мощный. Заправим нитку в иголку и сделаем еще вот так. Где у нас проходил маркер, если он у вас вдруг короче и уже вылез отсюда, то просто проследите вот так от верха ряд, который идет вниз. Это будет вот как раз тот ряд, который вам нужен. Где-то вот тут вот посерединке, вот так между переходом, видите, вот тут вот, где у нас убавки шли, вот их хорошо видно, они вот убавлялись вот так вот у нас. Вот нужно где-то здесь закрепить на уровне с убавками ниточку, узелок прячем внутрь, а нитку вот так вот закрепим. Вот. И теперь делаем вот так, вот этот ряд. Здесь просто как раз переход ряда, поэтому мы вот так захватываем, но считаем отсюда вот один и второй. А вот сюда в третий выведем иглу. Я захвачу вот так, чтобы узелок закрепился. Один, второй, две дырочки пропускаем, в третью вытягиваем иголочку. Вот, и сжимаем вот так немножко, делаем шаг вперед и выходим уже вот тут вот снова через две дырочки в третью. Вот так поджимаем, это у него свисает рубашка, и мы шьем вот этот ряд, где у нас шли убавки, и ряд, где мы делали расширение. Вот мы из одного ряда в другой вот так вот делаем стежки для того, чтобы эту при посадку его свисающую рубашку изобразить, мы делаем вот такую вот небольшую утяжечку, чтобы они у нас сжались, эти рядочки поближе, чтобы не растягивалось за счет холофайбера. Вот так ушьем. По всему кругу делаем вот такой вот напуск рубашки. Вот. И так по кругу. Вот так по кругу прошили. И теперь нужно закрепить ниточку, спрятать узелок внизу.